Швеции заговорили об истребителях для воздушных сил ВСУ. Заявление о необходимости разрешить продажу Украине истребителей JAS-39 Gripen сделал один из шведских депутатов Магнус Якобсон. «Я знаю, что украинская сторона заинтересована в шведском самолете JAS-39 Gripen, и я говорю, что мы должны сделать это возможным», — замечает Якобсон. Он отмечает, что несмотря на правила в стране, которое не позволяет продавать оружие воюющей стране, Швеция должна найти такую возможность, поскольку они уже дают технику Украине. Впрочем, конечно, это может быть элементарным политическим заявлением. С другой стороны, Украине, в конце концов, все же надо будет выбирать новый истребитель для ВВС ВСУ, и готовность разных стран предоставить свои варианты будет только плюсом. Что касается JAS-39 Gripen, то да, это еще один кандидат на усиление воздушных сил ВСУ среди других возможных, и ранее мы подробно рассматривали, лучший ли это вариант. Великобритания усилит корабли своего королевского флота новыми ракетами. Соответствующая договоренность была достигнута с Норвегией, которая поможет британским ВМС получить новые ракеты. Так, Британия усилится новейшими противокорабельными ракетами Naval Strike Missile от норвежской компании Kongsberg Grappen ASA. Этими ракетами в будущем будут оснащены 11 британских фрегатов Type 23 и эсминцев Type 45. Первыми ракеты получат три неназванных корабля. Срок – ближайшие 12 месяцев. Но для нас интересно в этой новости то, что НСМ в Королевском флоте Великобритании заменит противокорабельную ракету «Гарпун», которая сейчас находится на вооружении вооруженных сил Украины и уже продемонстрировала свою эффективность непосредственно на поле боя. Эти ракеты расстреляли корабль Черноморского флота РФ «Буксир Василий Бех». От ПКР «Гарпун» британский флот планирует отказаться уже в 2023 году. И поэтому можно выразить осторожную надежду, что в обозримой перспективе эти противокорабельные ракеты будут переданы Украине, потому что в Черноморском флоте РФ еще остаются корабли, которые будут приятными целями для этого оружия. Спасибо за просмотр. Слава Украине!